Ну, а все равно шли такие, блядь. Всем привет, меня зовут Серега. Я живу в селе один. В смысле один, один в доме. Никого у меня нету в селе. Одинокий. Ну да ладно. Начал я ремонт делать. Зацените. Своими руками. Ну, только начало. Первый слой. Рисунков уже нету на стене. Те, которые смущали некоторых людей. О, это везде пока что один слой. Страшного частенько, блин, что там на улице стреляют, грохотает. В магазинах уже продуктов нету. Жесть. Сижу, жду, короче, блин, вот такое, такое дело. Сижу, жду, блин, гуманитарную помощь. Будет гуманитарная помощь или не будет? Страшные времена, блин, пришли. Страшнющие. Ничего, я думаю, все будет в итоге так, как должно быть. По-другому что не будет? Как думаете? Я же думаю, так оно и будет. А я пока что сижу дома, в тепле, навожу уют. И любуюсь. Но это все до сих пор продолжается первый слой. Поэтому так оно уродливо пока что выглядит. Ну все равно, как бы уже, блин, эффект. Там рисунки были, нету, осталось вот немножечко закрасить. Вот эту мазню и, блин, вообще чики были. Краску развожу вот в таком ведре. Дырочки замазываю мелом. Ну, от гвоздей. Достаешь, блин, тут же гвоздей. Ё-моё. На квадратный метр 30 штук. С гвоздями, конечно, в старых домах это уникально, блин. Сколько картин, фотографий, блин, за его время существования, блин. Успели понабить и на каждую по одному гвоздю, это беспредел. А вот, видно, мелом замазывал дырочки. Вот, вот. Ну, короче, я тут все, блин. Видите, вот это все были дырки от гвоздей. Вот, вот, вот. Там, блин, все в гвоздях. Вот эту дырку, блин, как заделать, теперь я не знаю. Протянули сюда интернет-кабель. На срочную руку. Вот так вот туда пропихнуть. И замазать глиной, может. Или землей замазать. Что он, как, блин, в средиземные... Короче говоря, как в средние века, блин. Глиной замазать, соломы напхать. Это мышиная нора тоже надо заделывать. А вот так вот оно сейчас все выглядит, это дело. Тоже, блин, дырки замазывал. Розеточки потом надо будет все повытирать. Помыть. Плинтус надо будет зачистить, как-то его покрасить. Чтобы было симпатичней. Вот видите, господа, дамы и господа, не дамы. Все-таки вы до меня достучались, и я делаю, блин, красоту, уборку, чищу, глажу. Что это? Мошка какая-то. Да, блин, мошек сегодня хавал. Не было ничего больше. Вот такие видеокадры для истории этого дома, блин, записываю. Романтично, поэтично. Слеза аж наворачивается.
Тоже первое слово печка. Цветочки думал нарисовать. Думаю, ладно. Пока что не до цветочков. Надо тут тоже замазывать. Вообще думал эту печку свалить, чтобы ее не было. И сделать вместо печки, ну, на месте печки сделать, кто знает, подскажите, студия, короче, кухня. Такую барную стойку. Брился, не добрился. В общем, по ходу дела каждый будет хватать, что успеет. Стой, а о чем это? А, фильм смотрел же. Хотел рассказать нам один фильм. Ну, не важно, в общем, в другой раз. Вот так, время застыло. Исторический момент. Исторический момент. Начало Третьей мировой. 300 лет. Или лица. Или 3 года. Страшно и подумать. На самом деле. Ну что ты смотришь? Выключай давай свою шарманку. И задумался Серега. Ненадолго. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я что, дымлюсь? В общем, пока погода соответствующая, приятная, блин, на ощупь и на взор, радует мой глаз, я решил почистить у меня тут старые сарай, старые, блин, паласы, короче, на пол, ковер. Я его решил расстелить и почистить. Вот она одна штука. Надо ее перевернуть. И ванишем. Как вот, знаете, в рекламе ваниш. Почище будет сверкать. Это ж ковер-продукт такой. Не портящийся. Прям как в зале у какого-то министра обороны. Вот он, братцы, мой второй коверчик. Разверну его я сразу. Чего ж тут долго ждать? Бей посуду, я плачу. Туру-ту-ту-туру-ту. Бей посуду, я плачу. Туру-ту-туру-ту. Вот так вот. Ковровая местность. Огуречные нити висят. Байкеры. Местные байкеры. Надо двор приводить в порядок. Пока погода соответствует. Это моя огуречная фигня, блин, устройство для выращивания огурцов. Я вот здесь огурцы, блин, для рассады оставлял. Семечки, чтобы были. Всю зиму пролежали. Вот какой рецепт. Чтобы самые вкусные огурчики были, они должны в естественных условиях готовятся семена. Никому не надо на продажу семечки огурцовые с огурцовой долины. Даже грабли приготовил. Ух ты, как у него тут красиво. О, предлагаю продолжить фразу в комментариях.
солнце светит прямо в глаз, значит, буду с нетерпением ждать ваших ответов, ваши варианты. Сейчас пойду, блин, приготовлюсь, передам всем привет. Всем, кто просил передать привет, и всем передам, что мне стоит дом построить. Хотя и без дома неплохо. О, палка на всякий случай лежит. Мне один чувак рассказывал, говорит, я, говорит, все время у меня в одном месте, говорит, палка лежала. На всякие пожарные, говорит, чтоб я, если что, говорит, знал, куда бежать, за что хвататься. Вот такой вот драчун пацанчик был. Вот и у меня тоже. По его рекомендациям. Палка заготовлена. Вот здесь вот. Прячу. Имейте в виду, это может быть ловушка. Даже сразу скажу, что ловушка. Ха, а тут еще лед лежит. Очаровательно. Стою на льду. Я в сентябре. Хочу проверить, блин, у меня же тут стройка. Траншею, видите, это, блин, под канализацию. Траншея идет. И куда ж она нас всех приведет? Вот так и привела. Прям до дому, прям до хаты. Кирпич выкладывали тут. Опа. А, нет, ничего не упало. Ну, так и было. Кирпич весь держится. Все нормально. Ну, если какой упал, то значит так должно было быть. Нормальная яма, я думаю, мне хватит. Даже если гости будут заходить в туалет, все равно хватит. На день-другой. На 3 дня хватит. Птицы весна возвращает к жизни души людские. Посылка пришла ко мне. Один хороший подписчик пожелал остаться неизвестным. Прислал мне посылку. Пойдемте, я заберем. Посмотрим, что в посылке. Интересно. Это мое, да? Такая здоровая. Титаренко Сергей Викторович. Ну что ж, посмотрим, что внутри. Подлежит вскрытию. Так, ну понадобятся ножницы. Но у меня есть просто здесь ножичек. Ножичек непростой, ножичек ржавый. Раз. Распечатка. Два. Дыхание замерло. Очень интересно сказать, что же в посылке внутри. Вкусняшки или не вкусняшки. Опа. Ага. Это что? Это саженцы. Дорогие друзья, товарищи,
подписчики и гости канала. Ух ты, здесь еще и семена. Семена разных цветов, разных мастей. Семена и огурцов там есть. А нет, это дыня. Семена дыни, ё-моё, блин. Вот так счастье привалило. А тут что? Я, если честно говоря, по большому счету, я ищу что-то вот съедобное. О, это, наверное, тюльпаны. Тюльпаны. А тут что? Ага. Ай, блин, щетка для обуви. Спасибо за щетку. Спасибо за саженцы. Будет красота. Неимоверная. Красота красотеевна. С землей все как положено. Сейчас буду искать место. Так, это у нас получается... Ай-яй-яй, как же оно колючее. Это у нас получается один саженец. Вот с этим тяжелая штука, хочу отметить. Два саженца. И три саженца. Ого, четвертый, да? Да. Четвертый саженец. Самый усаженный, блин. И целлофан. Да? Насколько я знаю, это просто целлофан. Вот так вот. Тюльпанов насажаю. Разных всяких цветов, вкусностей, дынечки. Абрикосы. Абрикосы, бананы. Апельсиновый рай. Абрикосы, помидоры, обезьяны, коридоры. Вот как правильно эта песня поется. В общем-то, я проношу свои извинения. Я не буду передавать в этом видео приветы, потому что уже темно и у меня нет возможности. Поэтому на этой минутке я с вами прощаюсь. С вами был Серега. Жду ваших комментариев. Всем пока.